HP P1102. Здесь у нас причина: дает команду, он команду не принимал. Мы посмотрели, вот здесь имеется у него гнездо. Вот здесь гнездо. Вот это гнездо очень сильно шатается. По-моему, как мне кажется, там контакт слабый. Сегодня я его открою, сниму вот эту часть и постараюсь его отремонтировать. Для этого что нужно делать? Открыть вот здесь. Здесь находится картридж. Вот этот картридж снять. Это не обязательно его снимать. Можно и оставить. Но лучше мы его снимем, чтобы он нам не мешал. И сторонку берем. Вот. Подальше уберем его. Дальше закрыли. Здесь у нас имеется винтики. Надо открутить вот этот винт. Два винта надо открутить. Раз. И второй винт. Открутили второй винт. Поворачиваем его сюда к нам лицом. Приподнимаем. Вот здесь. Обратной стороной отвертки. Здесь приподнимаем. Вот приподняли. И здесь тоже приподнимаем. Просто она чуть-чуть толстая, из-за этого немножко неудобно. Чтобы удобно было, вот с этой стороны. Вот так можно его приподнять. Снизу, когда толстая, снизу не получается. Вот. Еще раз, два. Дальше. Так, открываем. И вот так убираем. То мы сняли переднюю часть. Дальше. Нам вот эта часть не нужна. За эту часть мы снимать не будем. Полностью принтер разбирать не будем. Будем разбирать только та часть, которая нам нужна. Нам нужна в данный момент вот эта сторона, чтобы штекер отпаять. Поэтому разберем только эту часть. Полностью принтер разбирать не будем. Вот здесь сейчас снимем вот этот. Вот. Аккуратненько. Все, вот, приподняли. Дальше идем. Вот здесь приподнимаем. Сюда убираем и вот снизу еще отсюда минусовую часть отвертки ставим и расслабляем.
сюда сняли, отсюда сняли, отсюда. И вот здесь тоже он как бы на этом бугорочке стоял. Сейчас посмотрим. Вот это все мы сняли. Эта часть нам нужна была. Вот здесь этой частью у нас имеется схема. Вот это у нас шатается. Сейчас открутим все. И что с ним случилось? Только попробую схему сперва открутить. Вот. Отсюда вот шлейф тоже снимаем. Когда здесь снимали, вот это надо было чуть-чуть приподнять. Вот который пластмасса, который его держит, приподнять. И шлейф тоже снимаем. Все, полностью отцепили. Принтер убираем в сторонку. Увидите или нет, не знаю, вот здесь ножка. Вот это немножко отломанная там. Я не знаю, сейчас что-нибудь придумаю. Если получится его сделать, сделаю. Так, посмотрим. Здесь не только здесь ножки отломанные. Не только здесь ножки отломанные. И с этой стороны тоже отломанные. Надо сейчас как-нибудь их припаять. Посмотрим, что-нибудь придумаем. Здесь находится пыль. Пока у нас пыль не клеится, мы почистим пыль здесь со схемы. Thank you.
Thank you.